Доброго времени, зрители моих роликов, подписчики, кто случайно смотрит мои необычные видео. В этом видео хочу показать дробилку, которую тут соорудил на днях. Предназначена она для измельчения пластика, то есть корпусов там и тому подобное. Ну, в дальнейшем, конечно, в переработку филамент для 3D-печати. Так вот, денька 3 ушло, чтобы сконструировать. По-быстренькому проверить, как это будет работать, потому что кто видел мои прошлые видео, там приходилось, чтобы получить измельченный пластик, его надо было нарезать ножницами большими, потом в роторную дробилку для зерна, которое я показывал, и получать более мелкую фракцию, а дальше уже в экструдер и давить филамент. Такая вот дробилка получилась. Здесь вот немножечко по конструктиву. Маховик обязателен. Нужна инерция. Без инерции просто или ремень будет буксовать, или останавливаться движок будет. Вот такой вот движок. Далее. Рама простенько сваренная. Вал на 35. Сейчас покажу. Тут вот такой бункерок. Так, тут темно, наверное. Тут вот такое вот безобразие. Такие вот зубья. Они вот по очередности ходят. Ну и если зацепило, значит проломит и выкинет вниз кусок пластика. Можно даже сказать, это не дробилка, а ломалка пластика на более такие вот фракции, пригодные в дальнейшем не для экструзии, а чтобы потом на роторной дробилке на более мелкую фракцию передобить. То есть ручной труд как бы меньше задействован, чтобы наломать вот корпуса. Вот видите, у меня тут накопилось корпуса от всякой оргтехники. Там от скутера еще АБС корпус. Вот. Так. Вот здесь вот ведерочка. Туда мы будем собирать наломанный пластик. Так, что тут еще? Ну, тут, в принципе, все. Движок 3000. Здесь один к двум. Где-то тут на этом, на валу, где-то около 1000 с чем-то оборотов. Надо еще уменьшать. Пытается выкинуть пластик. У меня уже, я пока конструировал, уже загрузной бункер и так вот стоял вперед, я закидывал, она просто вышвыривает и даже крышку не успеваешь закрыть. Пришлось вот немножечко развернуть и закидывать уже отсюда. То есть закинул, быстренько закрыл и там молотит она, короче. Еще одна такая особенность в этой дробилке. Один кусок туда положишь, он его практически не разломает. Надо вот именно прям забивать ее, прям накидывать, накидывать, накидывать. Тогда вот за счет вот этой вот массы пластика он начнет выкидывать вниз уже куски проломленные. Вот пока что такой вот конструктив. Сейчас мы ее запустим и посмотрим, что получилось и как будет это все переламывать куски пластика. Вот я тут приготовил. Сейчас попробуем скормить этому чуду кусок пластика от лазерного принтера. Это у нас ABS. ABS FR07. Стрелочка, видите, куда показано. Если была бы стрелочка сюда, был бы у нас поликарбонат плюс ABS. Вот. Сейчас мы его ножницами на более такие куски наломаем, чтобы поместился в бункер. И попробуем сдробить. Так, ну вот, наломал такие вот куски. Сейчас будем закидывать, смотреть, что с этого получится. Включаем дробилку. Одной рукой это делать тяжело.
что ты. Так, осталось чуть-чуть. Так, ну вот, минут 10, наверное, прошло. Ну там еще куски есть. Подачи нету и не все разбивать. Сейчас выключим, посмотрим. Минут 10 прошло. Сдробило. Сейчас глянем, что там. Да нет, вроде все выкинуло. Да, все выкинуло. Но можно чуть-чуть поменьше. Противорезы тут сделать чуть-чуть поменьше, чтобы крошка еще чуть поменьше была. Так, что у нас получилось? Получилось, короче, вот что. Вот так вот переломало корпус от лазерного принтера. Ну, а теперь можно в роторную дробилку высокоскоростную и на измельчить на нужную фракцию, там сеточку, решето поставить и уже получать нужную фракцию и дальше уже в экструдер. Где-то, наверное, около килограмма будет, как раз, наверное, на катушку хватит. Так, ну вот такой был кратенький обзорчик на дробилку. Теперь уж руками не придется часа 2-3 сидеть и вон теми вот ножницами по железу кромсать. 10 минут и корпус прожевал. Так что теперь не проблема пережевывать вот эти все ненужные пластиковые детали от разной оргтехники. Всем спасибо за внимание, всем спасибо, кто смотрел, пишите в комментариях, спрашивайте, если кого что интересует. В дальнейшем, в следующем видео, мне пришли запчасти на экструдер прямого действия, я заказывал с AliExpress, там шнек и трубка, куда шнек вставляется, так что буду конструировать экструдер прямого действия. Всем пока. Подписывайтесь, кому понравилось. Ставьте лайки, комментируйте. С вами был Виталий.